Приветствую вас на канале Инфобум. Тут вы найдете много интересного, спортивного, сенсационного и будоражащего контента. Обязательно подпишитесь и поставьте лайк, а также оставляйте комментарии. Приятного вам просмотра. Поклонники подозревают, у звездной наследницы случился нервный срыв. В личном блоге Гузеева показала погром, который устроила Оля Бухарова. Впрочем, сама девушка уверяет, все дело в затяжном ремонте. Вчера Лариса Гузеева опубликовала в социальных сетях снимок из комнаты дочери Оли с подписью «Проверка психического состояния». На фотографии на полу и кровати разбросаны вещи, открыты ящики, а на стене ободраны обои. Да, подростки переживают все трагичнее и острее. Я уверена, лучше позволить содрать со стены обои, чем кожу. Все проходит, а вы как считаете, обязательно стоять над ребенком с кувалдой и вбивать ему как правильно, с высоты своего опыта, поделилась актриса. Сейчас же звездная наследница заявила в личном блоге, что потеряла интерес к жизни. «Я надеюсь, что если прямо сейчас засну, то уже никогда не проснусь», — эмоционально написала 19-летняя Оля. Пользователи Instagram неоднозначно отреагировали на такое признание. По их мнению, Лариса Гузеева распустила дочь. Надо понимать чувство меры. А если захочет в руки взять топор? От безделья и безответственности ведет себя так. Только зачем выставлять это на показ? Распущенная девица. Ужас, Лариса. Обратились подписчики к Гузеевой. Напомним, в ноябре прошлого года врачи диагностировали Ольге опухоль, у нее обнаружили поликистоз яичников. В микроблоге Бухарова часто жалуются фанатам на плохое самочувствие. «В тот момент, когда ты был счастлив несколько дней, тебя ничто не беспокоило, показалось, что жизнь налаживается, и тут твой организм напоминает тебе, что ты не заслуживаешь счастья», — ранее писала дочь Ларисы Гузеевой. После неутешительного диагноза и хирургического вмешательства звездной наследницы прописали гормональные препараты. По словам Оли, из-за болезни она набрала 10 килограммов. Полтора месяца тяжелой депрессии, резкий набор веса, задержка жидкости, кровь носом, тошнота, рвота, сбившийся сон и метаболизм, боли в кишечнике и мигрени, от которых теряешь сознание, рассказывала Бухарова. Отметим, что дочь Гузеевой попыталась заменить таблетки, но ее состояние не улучшилось. Впрочем, симптомам добавилась и тревога, от которой девушка до сих пор не может избавиться.